Всех приветствую на моем канале, и сегодня мы будем рассматривать, как и в последнем моем видео, прохождение обелиска. И проходить мы будем с вами 4 по 6 этаж. И перейдем непосредственно к обелиску. Как вы все можете видеть, я дошел до 25 этажа, но также его пока не проходил. И сейчас мы перейдем на более интересующий наш этаж, это 4. Чтобы это быстро сделать, мы вот нажмем на эту кнопочку. И нажмем перейти на 4 этаж. И сейчас мы более подробно рассмотрим, что необходимо сделать для прохождения 4 этажа. Как обычно, первое условие у нас это выиграть бой. Самый простой из всех, которых может быть. Далее, сохранить всех героев живых. И выполнить условия на бронзу. И последнее условие, чтобы мы получили 10 тысяч известности. Это привести всего лишь одного героя. Что значит привести не более одного героя? Это значит, нам необходимо выбрать самого сильного героя, который у нас есть. Самое главное, чтобы у него была массовая атака, поскольку выносить по одному герою это слишком долго, и вряд ли он может выжить, даже если он сильный, поскольку может не хватить здоровья. Поэтому нам необходимо выбрать сильного героя с массовой атакой. А теперь давайте непосредственно перейдем к нашему уровню. Итак. Я данный уровень могу пройти всего лишь двумя героями. Это либо Лавлейс, либо Хельга. Ну, поскольку Лавлейса у многих нету, я покажу, как его пройти с помощью Хельги. Если вы достаточно хорошо прокачаете Хельгу, вы сможете пройти этот уровень без особого труда. Итак, начнем, пожалуй. Как вы можете видеть, без проблем мы прошли данный уровень, выполнив, как видите, сверху вот все условия. Как я и говорил, Хельга в прокачанном виде очень полезный персонаж. Как и она полезна и на рейде, так и во многих других локациях. И в обелиске на 4 этаже ее тоже очень можно использовать для прохождения. Поскольку я пробовал различными персонажами, которые мне тоже более прокачаны. Но Хельга единственная, как и Лавлейс, смогли справиться с этим этажем в одиночку. И переходим непосредственно к следующему этажу. И мы с вами переходим снова через эту вот кнопочку на 5 этаж. И рассматриваем, какие условия нам необходимо выполнить для прохождения 5 этажа. И как всегда на данном этапе это у нас выиграть бой. Сохранить всех героев живых. И тут вот уже идет интересное условие, нам нельзя приводить клириков. То есть лечиться мы не сможем, так каково. Но есть небольшая хитрость. Здесь также для прохождения я буду использовать персонажей без Лавлейса, поскольку уровень достаточно не такой сложный, чтобы его использовать. Мы лечиться будем за счет нашего любимого Крома. И как раз он нам будет помогать ускорять ход. Так, далее.
Мы возьмем еще вот Заиру. Ну и клириков нам нельзя использовать. Ну, давайте возьмем Михаила последним. И, пожалуй, начнем. Как вы видите, мы очень быстро прошли данного босса. Я особо не зацикливался на противников, которые были и рядом с боссом, и до него, поскольку вы их всех уже видели и всех вы знаете. Самое главное в данном условии это мы выполнили. Мы не привели клирика и просто одной ультра-атакой мы вынесли всех, поскольку они еще все эти уровни достаточно слабые и можно не зацикливаться на его сильном прохождении. Достаточно просто вкачать немножечко, так скажем, скиллы нашим персонажам, чтобы они стали немножко сильнее. И этого вполне будет достаточно, чтобы пройти такие уровни. А теперь давайте рассмотрим последний наш уровень, который нам необходимо пройти. И перейдем непосредственно к нему. И для этого мы нажмем снова кнопочку «Перейти». Выберем 6-й уровень. И снова рассмотрим, что нам необходимо сделать для его прохождения. Первое. Как всегда у нас пока что, как я и говорил, выиграть бой. Сохранить всех героев живых. И тут вот уже становится вот интереснее условие. Здесь нам необходимо выиграть за 40 ходов. То есть у нас есть ограничение для победы. То есть мы вот, допустим, можем выполнить первые два условия. Но пройти за 41 ход, и мы уже не выполним условия, за которые мы можем получить известность. И для начала я попробую пройти... Ну, этой же вот пачкой, ничего менять не буду. Посмотрим, в принципе, должен за 40 ходов я успеть. Итак, начнем, пожалуй.
Как вы можете видеть, мы этот уровень опять же таки прошли очень быстро, хоть и затратили на это немного больше времени. Поскольку объем здоровья босса будет только расти с каждым уровнем. И соответственно время его прохождения. Итак, как вы видели, я проходил стандартной пачкой, которые есть у всех вас. Соответственно, любой игрок, использовав этих персонажей, сможет как минимум дойти до 6 уровня. Не сомневайтесь. Единственное, что необходимо сделать, это немножечко прокачать им скиллы. Ну, я думаю, вы с этим справитесь. Ну, и надеюсь, видео вам было очень полезно. Подписываемся на канал, ставим лайки и ждем новых видео.